Здарова, хулиганы, с вами Iron Brook. И мы продолжаем проходить этот мерзкий, противный уровень в Brutal Doom, который стоил жизни уже трем моим сослуживцам в этой игре. Надеюсь, в этот раз мы его пройдем. Быстро и без мучений болезненных таких. Так. Но сначала мне надо определиться с тем, куда эти гады засунули красную карточку. Помню, она была в какой-то... в таком темном уровне, там все было темно, и там было много коричневых стен, если не ошибаюсь. Хотя, возможно, я ошибаюсь, потому что я был не совсем трезвый в тот момент, когда играл. Окей. Идем дальше. Никого? Никого. Ага, подляночный уровень. Пу на тебя. Так, исходя из карты, нам надо назад. Вот. По этому мерзкому длинному коридору. Так, унитаз. Так. Так. Блин, это ж мы будем искать эту целую вечность, этот долбанный ключ. По-моему, он где-то тут ныкается, если я не ошибаюсь. Надо посмотреть. Так, стена, ты знаешь, где он? Нет? Жаль. Так. Просто место было очень... А, вот, наверное, здесь. Вот. Да-да-да-да-да. Ключик здесь, друзья мои. В южной части этой камеры. Даже как куча тупорылых монстров, которым не терпится надрать мне пукан. Ой-ой. Изыди! А тут ты откуда задница? Вы что тут? Нас хотели обойти, парни. А я вам верю. Фу. А вот так бы... Блин. О, вот это уже неприятно. Давайте обойдем этого человека. И этого тоже. Блин. Что-то вы решили на меня так... за меня взяться таким неприятным образом, а? Ладно. Где вы, ребята? Ты собираешься умирать? Так. Фу. Фу. Вот так, блин. Джон Уэйн собака. Я лучше, чем грязный Гарри с этой пушкой. Так, давайте по-быстрому найдем карту и смоемся из этого неприятного уровня. Ой-ой-ой. Надеюсь, больше баронов мы не встретим. Вау, через трех сразу. Бум. 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 Вообще, пол грудины, как не бывало. It's high noon. Раз, два, три, прыгаем. Отпрыгались. Гады. Да, вовремя. Хотя нет, сейчас как раз они мне нужны будут. Нет, это не сфера. Да, здорово меня потрепали. А, вот и красный ключ. Я слышу, как дверь какая-то мерзкая открылась. Сейчас... Ну, конечно. Еще один... Так, это не якорь. А как ты сам освободился? Ладно, неважно как. Добро пожаловать в наш отряд. Тебе с нами понравится. Конечно, ты меня прикроешь, я знаю. Так, где-то что-то открылось опять. Ну да, разумеется, в подлянке в стиле фаршивый душу. Игра просто осыпает нас подлянками. Так, пора отсюда сматываться, вот что вам скажу.
Так, карта. Куда нам хоть топать, я уже забыл. Так. Я не волнуюсь, чтобы не волноваться. Тебе надо волноваться, парень. Угу. Так. Нам вообще надо не сюда, по-моему. Мы что, заблудились? Взрослые люди заблудились на базе. А что, бывает? Так, о, все, вроде мы на месте, но на всякий случай надо быть готовым ко всему. Так, это уже было где-то, я помню. Ну ладно. Фу, прошли. Залы проклятых мы прошли, почти всех убили. И все секреты понаходили. Но там такие секреты были, что игра сама их нам бросала под ноги. Так, поехали дальше. Спаунинг бас. То бишь... родильные камеры. Если совсем уж грубо переводить. Ладно. Главное, помни. Тебя будут помнить долго. Блин, этот уровень, блин. Проще спросить, какой уровень люблю, я вам отвечу. Почти никакой в этой игре. Так, хорошо, умри, собака. Тут вообще игра вслепую, потому что так долго я не играл в Doom. То есть, если играл, то уже не помнишь, говорю. Это что, козел Коннор? Уже... Отстаньте, розовые говнюки. Вот это распрыжка. Нефиг тут бегать ужаленным в одно место. Так, есть. Так, да. Так, готово. Перезарядиться. Это что такое? Фонарик, что ли? Патроны на рельсотрон. Конечно. Дайте мне рельсотрон только. Но это не обольщайтесь там. Рельсотрон это не БФГ, как бы. Да, это стандарт Квейка, но... это не БФГ. Главгерой загорелись глаза золотым. И мы пошли брать их засыпаться. Да, тебе спасибо, ребята. Не то, чтобы я вас заставлял, но все равно спасибо. На тебе. И еще один засранец. Вы засранцы. На тебе. Круто, если бы он выпрыгнул под самое дуло. Я бы его убил. Так, синяя карточка. Кнопки, которые не стоит нажимать, сначала не... не удостоверишься, что ничего плохого не будет. Да, из подвешенных порой могут ништяки выпадать. Ну, такие слабенькие. Как-то бонусы к здоровью, бонусы к броне, бонусы к нехрен лазить к вентиляции. Так, ладно. Следующий. Ха! В распрыжке тебя, дурачка. Так, так, что у нас тут? О, какая-то кнопка. Добрый день. Добро пожаловать в наш отряд. Автоматическое ружье, которое мы хрена с два возьмем, потому что мод какой-то долбанно глючный. Не знаю, что и сказать здесь. Я должен с этим буду разобраться, потому что мы уже два оружия классных просираем таким образом. Ну, в принципе, я с таким ружьем справлюсь. Ну, просто хочется ж всеми плюсами этой игры попользоваться. А то я и рельсу так могу продуть. Если только оно не на определенной другой кнопке какой-то. Нет? Нет? Хрена узнает, честное слово. Ладно. Куда теперь? Где этот дурень, кстати?
Оу, бежим. О, не туда забросил. Ну и так. Хорошо. Тут нам ничего не откроют, я полагаю. Пуф, так сказать. Пуф. 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 Тут ничего нету. Смысл тогда этой комнаты? В чем он? А, ну вот в этом, я полагаю. Да. Ладно, придется нарушить джентльменский код. Сделать вот так. О, пожалуйста. О, ну типа он у меня был, я его нашел, и теперь он будет со мной. Это, конечно, не ахти как. Я одобряю, но все равно. Миниган в этой игре must have, и он должен быть у меня. А еще он не должен глючить. Так, засранцы. Где все? Где все, мать вашу? Блин, я их слышу, но я их не вижу. Это так напрягает. Момент. О, другое дело. Слышал, дверь где-то открылась. Сигнал. А это ты. Так. А где все, блин? А, вот, синяя дверь. Давай, войдем со знаменитой фразой. Surprise, motherfucker! Думали, можно вот так вот меня дурить, да? Засраться. На колени! Желтая карточка, отлично! Во, вот теперь пошла заработка. Куда веселее с этой хренью носиться. Миниган рулит. Их нет. Спектр тоже нет. А миниган. Еще есть добровольцы. Нам нужно больше добровольцев. Для нашей программы страховки здоровья. Под названием «Лучше бы ты увернулся от минигана, засранец». Тут у нас тут у нас тоже добровольцы. А, извини, парень. А, нужна красная клавиша, блин. Красная ключ-карта. Во! Так, что у нас тут? Что у нас тут? Тык-тык-тык-тык. Надо, наверное, игру сохранить. Что? Вас тут сюда не звали, ваш сын. Ух ты, а это кто такой? Что он тут делает? Кажется, я понял. Очевидно, морпехи под моим командованием решили отмазываться от миссии со мной по любому поводу. И просто ныкаться где хотят. Это не есть хорошо. Я же герой, мне нужны эти помощники. Будем их так называть. Так, ребята, ищите желтую дверь хотя бы. Крикните, если найдете. Ага, так они и сделают, милые задницы. А, вот желтая дверь. И он не жалуется на свои ноги. Я манал. Куда это все катится? Так. Никого, никого. Ну и хорошо. Можно подумать, я буду жаловаться. Хватит на меня набрасываться, как гепард на антилопу. Коричневые ублюдки. Знаешь, что сейчас будет? Блин! Какого черта ты встал под мой мощный ботинок? Было случайно, он сам виноват. Я думаю, вы меня... Так, ползла, я понял. Ползла. Мы его обойдем. Тут у нас что? Никого. Здрасте! Бум! Бум!
Можно принять ваш заказ? Можно. Мне чизбургер. А, я думал, они решили... Красная карточка, да! Совсем похер. Где красная дверь? Я точно помню, я ее видел. Там еще был этот пол кровавый, я там застрял. Так. За мной, солдат. Мы еще выберемся отсюда живы. Мы еще посмеемся в лицо демонам. Ха, мать вашу, ха. Так-так-так-так-так-так. А, вон. Большая, огроменная красная дверь. А где... Ой-ой-ой-ой-ой! Видели этот подкол из игры? Одна дверь, а потом вторая дверь. Фу, родильные камеры закончены. Почти всех убили, почти все нашли, как обычно, нихера не нашли секрет. 9 минут, да? Круто. О, блин, Вавилонская башня. Знаете, что это значит, друзья мои? Это значит, что, скорее всего, этот уровень мы будем проходить в следующей части. Почему? Сейчас покажу. Открыли все. Просто показать, чтобы вы знали, что я не гоню. Здрасте! И до свидания. На этом все, хулиганы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жуйте жвачку, любите игры. С вами был Айрон Друг. До следующего раза.